Всем привет! Сегодня сделаем вот такие классные резиночки. Цветочки буду делать с помощью лепестка острая плетеная трубочка, которую я показывала в предыдущем своем видео. Более подробный мастер-класс такого лепестка смотрите в описании под этим видео. Припомним, как делается такой лепесток. На один цветочек нам понадобится 23 таких лепестка. На фетровую основу диаметром 4,5 сантиметра наклеим 9 лепестков. Второй ярус будет также состоять из 9 лепестков, которые мы будем наклеивать между лепестками первого ряда.
И третий ярус – это 5 лепестков. В центр вклеиваем красивую серединку. И наш цветочек готов. Такие милые резиночки у нас получились. Если вам понравилось мое видео, конечно же, поставьте пальчик вверх, подпишитесь на мой канал и поделитесь этим видео в соцсетях. С вами была Любовь Стасюк. Творческих успехов! Пока!